доброго ранку, ще раз кажу вам. І наша програма «Новий день» завжди за здоровий спосіб життя. І сьогодні ми зараз трішечки про це поговоримо, поєднаємо, адже дуже серйозна тема наразі. І поруч зі мною гість Володимир Олексєєнко, заступник начальника управління превентивної діяльності громадського управління Національної поліції в Миколаївській області, підполковник поліції. Доброго ранку, Володимир. Доброго ранку. Така серйозна тема. Ми будемо говорити сьогодні з вами про боротьбу з нелегальним продажем алкоголю і все, що з цим пов'язано, да? І будемо говорити про результати минулого року. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Проінформуйте наших телеглядачів. А я хочу нагадати, що телефон нашої студії 76-92-42. Ви можете поставити запитання, яке хвилює вас найбільше, нашому гостю. Отож, чекаємо ваших дзвіночків. Прошу, Володимира. На російській мові. Як вам зручно? Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня тема нашей беседы – это борьба с продажей, прежде всего, с продажей самогона. Хочу сказать, что тема борьбы с самогоноварением у нас уходит глубоко в прошлое нашего общества, нашего народа. В разные периоды истории по-разному боролись. Я еще застал то время, когда у нас действовал кодекс 1961 года, уголовный кодекс, и в нем была предусмотрена уголовная ответственность за продажу самогона. Была статья 149 уголовного кодекса. Человек, который занимался продажей самогона, он подлежал уголовной ответственности, то есть его судили. С тех пор у нас вступил в действие новый кодекс 2001 года, в котором статья «Уголовная ответственность» была исключена за продажу самогона. Применялась статья 203, она звучала как осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации. Это более общего спектра действия статья, и она, скажем так, продажа самогона применялась избирательно, потому что было мнение судей, было мнение Конституционного суда о том, что тут есть нюансы. В дальнейшем, несколько лет назад, вообще была исключена уголовная ответственность за данное деяние, и в данный момент действует административная. То есть у нас есть статья 164 прим. 16, которая также звучит, как и 203, это осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации. И в данный момент сотрудниками полиции применяется эта статья для привлечения к ответственности людей, которые занимаются торговлей, прежде всего торговлей самогоном. А, Володимир, я хочу уточнити, дивіться, саме торгівля цим самогоном, чи зберігати дома його можна, як то кажуть, для себе приготував і сам собі там десь на свята вживаю, чи як? Чи може ці самогонні апарати тримати вдома? От поясніть, будь ласка. Вопрос актуальний, звісно. Дело в том, что предусмотрена у нас ответственность и за изготовление, и за хранение, и даже за покупку самогона. Вот такой. Да. То есть за хранение самогона, аппаратов для его выработки, изготовления предусмотрена статья 176, ну, за покупку самогона статья 177 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ну, единственная разница, конечно, это в размере штрафов. То есть и статья 176, и 177, они предусматривают, скажем так, небольшие размеры штрафов. Там от статья 177 это от 17 гривен штраф, а статья 176 это от 51 гривны штраф. А вот статья 164.16 это то, о чем мы говорим, это торговля, это бич общества нашего, потому что есть торговля, есть покупка, соответственно, в дальнейшем это ведет к более тяжким последствиям, это преступление и так далее. Значит, там штраф по статье 164.16 от 1700 гривен стартует. Это при первичном документировании, и если в течение года человек попадается вторично, это от 8500 и до 34 тисяч гривень штраф. Дякую. У мене зараз виникло такі два запитання. Дивіться, штраф, а самогонний апарат теж ізимають, скажімо так, так? Безусловно. При документуванні статті ізимається весь самогон, апарати для його ізготовлення, закваски так називаємо. Угу. Тобто все оборудование, которое є, воно ізимається. І після рішення суда, обычно рішення предусмотрює уничтожение, воно уничтожається. Угу. Тобто ждемо до рішення суда, в дальнейшем приймаємо. Знов таке питання. Дивіться, адміністративний штраф, актуально ця купівля самогону, його купляють, чи не розпочне та сама людина знов це і окупить цей штраф буквально там за місяць, за два? Повертаються вони знов до такого
нелегального видобутку? К сожалению, да. Я приведу немного статистики, с вашего разрешения. Значит, у нас за 2015 год, значит, по статье 164 со значком 16, это было привлечено по области к ответственности 181 правонарушитель, причем из них повторно это половина, 89 человек. Угу. То есть это говорит о чем-то. Но хочу сказать, что 181 правонарушитель это, ну, наверное, какая-то не самая большая часть тех, кто действительно занимается этим. В чем проблема? Как я уже говорил, эта статья, она не предусматривает непосредственно ответственность за торговлю самогоном. Она предусматривает ответственность за осуществление хозяйственной деятельности без государственного регистра, то есть получение прибыли. И в данном случае проблема возникает в доказательной базе. То есть необходимо доказать, что человек получает прибыль. Это процесс длительный. Это не один день, не один даже бывает месяц. В дальнейшем проблема возникает еще одна. Когда суды наши, они тоже, в общем-то, не во всех судах есть мнение о том, что в данном случае эта статья применима к торговле самогоном. У нас есть факты вообще, скажем так, вопиющие. Вот по Корабельному району хотел бы озвучить. У нас был случай, значит, в прошлом году задокументирована была некая гражданка, я не буду фамилию называть, есть закон о защите персональных данных, но по Корабелов, по проспекту Корабелов задокументировали ее за торговлю, первично суд рассмотрел, привлек к ответственности 1700 гривен, документируют ее вторично в этом же году, в 2015, и суд освобождает ее от ответственности. Почему? На ваши, вы как специалист. Как они сказали, что нету состава правонарушения, предусмотренного данной статьей. То есть один судья принял одно рішення, другий другое. Тобто на кожен закон іще тисяча нюансів. Ось ви кажете з'ясувати, що продаж приносить прибиль. Ну, як це зрозуміти? Це треба когось спіймати за руку, хто купував у цій точці, і так? Неоднократно. Тобто один покупатель в один день, другий, третій і так далі. Тобто системність повинна бути доказана продажі самогона. Така важка справа, знаєте? Да, тому, пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам, народным депутатам от Николаева, Николаевской области, с просьбой, может быть, выйти законодательной инициативой о внесении изменений в административный кодекс и, в общем-то, чтобы была статья у нас в кодексе, которая предусматривает ответственность непосредственно за продажу самогона. То есть тогда не будет у нас вот этих коллизий, связанных с судебными решениями. И будет однозначность принятия решений. Ну, конечно, когда была уголовная ответственность, тогда это явление было гораздо меньше. Да. Володимир, трішечки хочу розбавити нашу серйозну розмову. Моя колега підготувала таке опитування наших мешканців, що вони думають з приводу самогоноваріння. Зараз подивимось, а потім повертаємося до розмови. Дивимось. Каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год. Между прочим, круглый год. Я вообще отрицательно ко всему таким водкам отрицательно отношусь. Я не спец в этих вопросах, но думаю, что точки существуют. Раз есть спрос, есть и предложение. Поэтому, а полиция, наверное, ж борется. Только почему-то не освещают они так явно свою борьбу. Хотелось бы услышать. Ну, отрицательно. Я вообще отрицательно отношусь к самогоноварению, к чрезмерному питью алкогольных напитков. Ужасно. Я противник, так нельзя делать. Но если для себя, то это можно, вполне приемлемо. Вы знаете, вообще не могу ответить, потому что я не статистику такую не читаю. Я знаю, что есть такие точки, но как много и как борется полиция. Да, конечно, иногда борется, иногда нет. Я знаю очень много точек, для которых никто там не проходит. Но каждое утро там стоят люди и нормально себе пьют. Точек, думаю, много. А вот борется, не видно пока что. Плохо отношусь. Моя семья почти не пьющая, только сухое вино, все. О, не, это... Я считаю, что это криминалистика, которой люди занимаются, и нельзя. Не, бизнес это плохой, а в своих целях, то оно
не вредно. По нынешней ситуации и ценам, то мне кажется, что это все будет процветать в ближайшее время. Но вот люди между собою говорят, за такой вот хитроумный аппарат просидеть мы сможем без забот за решеткой круглый год. За решеткой круглый год. За ґратами поки що цілий рік не будуть сидіти. Скажіть, це зростає, да? Актуальна така тема. Як ви гадаєте, чому? Це може пов'язане з якимись економічною ситуацією? Да, к сожалению, економічна ситуація дає себе знати, і ми на сьогодні повинні констатувати той факт, що в зв'язку з ростом взагалі цін, плюс на сьогодні всі, мабуть, знають про те, що акцизи піднімаються на спиртне. Эта тема всегда будет актуальна и в нынешнем году тоже, я думаю, более актуальна, чем в прошлом году. А який потрібно комплекс мір зробити для того, щоб не викоренити, а хоч трішечки побороти от таке актуальне питання, як самого новоріння та його продаж? Ну, один із шагів я вже озвучив, да, о тому, щоб внесли змінення законодавства, це було б нам, звісно, проще. Найголовніше, так? Да, це, в общем-то, найголовніший такий комплекс. Ну, плюс, звісно, обращаюсь к общественности, к нашим гражданам, которым не безразлична эта ситуация, с просьбой сообщать, по крайней мере, не бояться сообщать. В принципе, есть телефоны и 102, и другие телефоны дежурных частей, наш телефон вы давали в эфире, да, я так понимаю. Звоните, всегда будем реагировать, чем, скажем так, быстрее поступит звонок, тем быстрее будет реакция на данное правонарушение. Так, уточнено, вам важко с этим бороться, а мешканцы вам могут цьому допомогти. Конечно. Я вам бажаю цьому успеху, дякую, что завітали зранку до нас и просвітили наших мешканців такою темою. У нас в гостях був Володимир Алексеєнко, заступник начальника управління превентивної діяльності громадського управління Національної поліції в Миколаївській області, підполковник міліції. Дякую. І приходьте вже наступного разу з результатами масштабними. Поділіться з нами.